Утреннее солнце освещает долину Саби. На улице еще не тепло, но ночная прохлада постепенно уходит. Сегодня меня ожидают новые приключения, уже по таежной Саби. Гор больше не будет, пейзажи поменяются, цивилизации не будет, вплоть до самого устья. Останутся только дикие просторы крайнего севера, но думаю, что они не безлюдны, так как минимум две группы находятся недалеко от меня. К тому же рыбаки из Харпа любят ездить на моторках на щучью рыбалку в низовье Саби. Преодолеть для них 50 километров в одну сторону ничего не стоит. В 6 утра я выхожу из палатки. Немного прохладно, но солнце скоро начнет припекать. Гнуса нет, и это не может не радовать. Я отправляюсь на туристическую кухню. Там меня ожидает вчерашний чай. Развожу костер и начинаю готовить суп. Сегодня у меня суповой день. Постепенно погода разгуливается, солнце начинает слегка припекать. Денек обещает быть теплым и солнечным. Почистив и пошинковав несколько картошин, я закидываю их в котелок. Пока варится суп, я занимаюсь другими лагерными делами, благо их всегда хватает. Ну вот, суп сделался. Полторы порции я съедаю сразу, остатки супа я выливаю в термос. Это будет мой обед. Наступило 11 августа. Сегодня пятый день моего сплава. Время сейчас около 9 утра, и я сворачиваю лагерь. Сегодняшняя моя цель – это речка Орех-Йоган. Это правый приток речки Собь. Плыть до нее примерно 30 километров. Там я думаю поставить лагерь. И либо сегодня вечером, либо завтра с утра, если будет хорошая погода, сходить в радиалочку, чтобы посмотреть два озера. Во время сегодняшнего сплава я буду пытаться ловить рыбу, так как места уже должны быть рыбные, должна быть щука. Так что ж попробую ее поймать. Утренние сборы продолжаются. Я все сворачиваю и начинаю перетаскивать вещи к берегу. Это была великолепная стоянка. Здесь приятно было находиться, но пора плыть дальше. Тем более, что за сегодня мне надо много проплыть и попробовать поймать первую рыбу. Ставлю лодку на воду и начинаю распределять вещи. Выплываю около 10 утра, меня сразу уносит легкий перекат. Плывется очень хорошо, меня сразу подхватил перекат и понес дальше. Повсюду теперь только таежные берега, гор больше нет. Пейзаж Саби поменялся, нельзя сказать, что он стал хуже или лучше, у каждого будет свое мнение на этот счет. Но сам факт того, что таежный лес пришел на смену гор и внес разнообразие в этот сплав, является неоспоримым. Это действительно так. В некоторых местах Собь бьется на протоке, разбиваясь на два, а в некоторых случаях и на три рукава. На улице хорошо потеплело, гнуса нет вообще. По-прежнему встречается много перекатов, прямые чередуются с поворотами. Берега в основном труднопроходимые, потенциальных стоянок очень мало. Я пробую рыбачить сплавом, но пока не клюет, что довольно-таки странно, ведь места здесь явно рыбные. А пейзажи и виды в округе продолжают радовать. Вчерашние новые знакомые Максим и Лена, которые плывут на байдарке, должны быть где-то недалеко от меня, ведь вчера вечером они меня обогнали. И действительно, слева на берегу я увидел знакомую байдарку. Такие приятные встречи очень нужны в одиночном сплаве. Я высадился к ним на берег. Они как раз сворачивали лагерь. Немного поговорили. Общение в одиночном походе всегда нужно. Да и люди, как мне кажется, всячески пытаются помочь одиночному туристу. Иногда словом, а иногда делом или едой. Здесь, в походных условиях, люди становятся более открытыми и добрыми. Это я знал и до этого сплава. И впоследствии здесь, на реке, все подтвердилось. Собь сделала поворот направо. Слева тянется красивый тундровый берег, переходящий в лес. Я остановился на противоположном, галечном берегу. Этот вид мне очень понравился. Практически безоблачное голубое небо позволяет полностью насладиться пейзажем. Яркое и теплое северное солнце освещает не только долину реки, но и практически каждую деталь, которая здесь находится. Минут 10 я наслаждался видами, после чего продолжил путь. Своенравая Собь продолжает течь по красивой таежной долине, иногда ускоряясь на перекатах и замедляясь на плесах. Но течение везде хорошее. Ширина реки здесь небольшая, что довольно-таки комфортно для сплава. Хвойно-таежный лес простирается со всех сторон,
Чистейшая прозрачная вода по-прежнему скрывает от меня своих обитателей, совсем не давая шанса на успех. Хотя казалось бы, что условия для поимки просто идеальны. Справа впереди я заметил ответвление или небольшой приток. Попробую там порыбачить. Приплыв на место ловли, я заметил истоптанный берег. Это хороший признак, значит, рыба здесь должна быть. Сначала я сделал несколько забросов чуть выше по течению, но ничего. Потом сместился к самому притоку, на стрелку. Здесь хорошее течение. Делаю заброс, неспешная проводка. И есть поклевка. Есть, есть, есть. Первый хариус. Вот первый хариус пойман. Ну так, ничего, прилично. Грамм, может, 300-400. Ну вот я остановился порыбачить. Здесь справа впадает то ли приток, то ли ответвление какое-то. И вот в этом месте, как раз на стыке, наверное, вот прям с первого заброса, я пробовал его чуть повыше, но ничего не было. А вот именно здесь, вот с первого заброса, клюнул такой хариус. Ну, не самый большой, но приятный. Мой первый хариус. Сейчас буду продолжать рыбачить. Но продолжение рыбалки не было таким успешным. Поклевок больше я не увидел. Несмотря на это, настроение у меня отличное. Вскоре приплыли москвичи. Они рыбачили недалеко от меня. Поклевок не было. Я их позвал сюда. Вдруг Максиму повезет. Он пробовал на мушку, но тишина. Потом он взял спиннинг, нацепил небольшую вертушку и поймал хариуса. Правда, он был не крупный, но сам факт поклевки и вываживания поднял настроение. Затем немного поговорили, пообщались, после чего я продолжаю путь. На байдарке они меня еще догонят. Мой следующий ориентир – это левый приток Саби, речка Ханмей. Вот там я рассчитываю очень неплохо порыбачить. Продолжаю путь. Наконец-то первая рыба клюнула. И сразу хариус. Настроение у меня отличное. Погода сегодня радует. Очень тепло и нет мошки. Я по-настоящему наслаждаюсь северной природой. Появилось много перекатов. Скорость весьма приличная. Можно совсем не грести. Это путешествие уже самое долгое в моей туристической практике. А ведь мне еще несколько дней плыть до конечной точки. И уже столько всего интересного и разнообразного произошло в этом сплаве. Одиночный сплав – это нечто большее, чем просто поход. Здесь ты сам отвечаешь за себя, сам принимаешь решение, как тебе двигаться и сколько плыть. Все зависит только от тебя. Это ни с чем не сравнимое чувство. В групповом сплаве все будет совсем по-другому. Далее на правом берегу показалась казанка, правда без мотора. Еще через 500 метров я догнал две лодки, вчера я их уже видел. Но это еще не все встречи. Буквально через 1.5 километра на левом берегу я увидел двух мужиков в возрасте. Они волочили байдарки против течения. Сказали, что сплавлялись по речке Хара-Мата-Лоу, которая будет ниже. А сейчас, скорее всего, они идут в Харп. Вот такие удивительные встречи иногда случаются в походах. Ну а я плыву дальше, сокращая километры до левого притока Саби. Плыть еще около 2 километров. Я уже предчувствую интересную рыбалку. Готовясь к сплаву, я прочитал много отчетов про сот и выяснил, что рыбачить лучше всего в устье какого-нибудь притока. Там клюет намного лучше. Но это касается не только этой реки. Такая практика в целом применяется на горных реках. Поэтому в успехе моей рыбалки я был уверен. И вот показалось устье речки Ханмей. На противоположном берегу видна стоянка. Трава вытоптана. Место это часто посещается. Я паркуюсь в устье и начинаю готовиться к рыбалке. Устье Ханмея выглядит весьма привлекательно для рыбалки. Здесь находится быстрая и мощная проточка и тихий заливчик, из которого выпрыгивает мелкая рыбешка. Я встал на быструю струю и начал обкидывать заливчик. Вначале тишина, но в какой-то момент произошла долгожданная поклевка. Это точно щука. Недолгое вываживание и есть первый трофей. Щука на 1 килограмм и 250 грамм, как раз суповая.
На этом я не останавливаюсь и продолжаю рыбалку в том же месте. И через несколько минут произошла вторая поклевка. Это тоже щука. Правда, на этот раз трофей поменьше. В ней даже килограмма нет. Щука взяла на вертушку Blue Fox номер 2, ядовитого цвета. Вскоре приехали москвичи. Я их опять позвал на рыбалку. Но вот с щукой Максиму не повезло. Вместо нее он начал ловить чебака. И забегая вперед, как выяснилось позже, здесь он наловил довольно-таки много этой некрупной рыбки. Порыбачив, я готов выплывать дальше. Небольшую щуку я решил отдать москвичам, но они не захотели брать, поэтому пришлось ее отпустить. Поместив ее в родную стихию, она несколько секунд отходила, а затем уплыла. В 17:50 я выплываю. По плану я хотел доплыть до речки Орех-Йоган. Вечереет. Сопь потихоньку расширяется. Плывется очень вольготно и просторно. А вот с течением дела обстоят похуже. На перекатах, конечно, оно есть. А вот на длинных прямых оно стало значительно тише. Местами сопь разбивается на несколько рукавов. И в одном месте я решил плыть не по основному руслу. Это была ошибка. Течение пропало полностью, речка сузилась до считанных метров. В итоге, пропетляв километра 3, я все-таки выплыл в основное русло Саби. До Орех-Югана остается около 3 километров. Солнце уже по-настоящему клонится к закату. Я уже проплыл более 30 километров. Появилась еще одна развилка. Я поплыл слева. А как оказалось впоследствии, приток Орех-Юган впадал в правый рукав Саби. Поэтому я его так и не увидел. Начинаю смотреть стоянку. Ничего нормального и тем более оборудованного нет. Справа высокий берег, который весь зарос мелким кустарником. А левый берег песочный. И это не самый плохой вариант. Я паркуюсь и начинаю оборудовать лагерь. Сегодня получился очень интересный сплавной день. И первая рыба, в том числе и хариус, и встреча с тремя группами туристов, и быстрые перекаты с длинными плесами. А также я умудрился немного поплутать по правому рукаву Саби. Вдобавок к этому, весь день было солнце. Погода просто замечательная. За сегодня я проплыл 36 километров и 200 метров, а всего преодолел 103 километра. В график я укладываюсь, отставания никакого нет, все идет по плану. Я остановился на левом берегу Саби, на песчаном пляжу. Я не очень-то люблю ночевать в таком месте, ведь завтра с утра вся палатка будет в песке. Но сейчас я лучше места для ночевки просто не найду. К тому же здесь, как и во многих местах на Саби, явные проблемы с дровами. С трудом, но я насобирал сухостоя на уху и чай. Я уже развел костер и поставил кипятиться воду для чая. Сегодня на Саби просто великолепный желто-розовый закат. Погода отличная, ветра нет, мошки тоже не особо много. Я начинаю ставить палатку. Выбрал место получше и поровнее и приступил к установке. День подходит к концу, скоро солнце окончательно зайдет за горизонт, а мне еще предстоит заниматься ухой. В 10 часов 10 минут я начинаю заниматься ухой. На стоянке я уже в принципе все организовал. Поставил палатку, сделал костер, вскипятил чай. Воды в котелок я налил примерно литр. Рыбы у меня очень много на одного человека. У меня щука весом 1 килограмм 250 грамм и хариус на 400 грамм. Возможно, рыбу придется готовить в 2 порции. То есть сегодня я поем вечером, завтра утром поем и, возможно, если останется, возьму с собой в дорогу. Сейчас у меня будет закипать скоро вода. Картошку с луком и морковью я почистил. У меня остается почистить только рыбу. Через несколько минут я этим займусь. Все ингредиенты для ухи у меня уже готовы. Картошка, морковка, лук, все это я уже почистил. Вода закипела. Можно все закидывать, пускай варится. Немножко солю и отправляюсь к речке чистить рыбу. Чищу хариуса, затем щуку. Нарезаю все на куски и промываю. Теперь остается ждать момента, когда сварится картошка. Ну вот, картошка сварилась. Теперь закидываю рыбу. Рыбы у меня много, вся в котелок не влезет. Придется варить рыбу два раза, значит уха будет очень наваристой.
Первая порция рыбы сварилась. Я ее вынимаю и кладу вторую партию. Рыба варится быстро, минут 5-7, и ее можно есть. В 23 часа 15 минут все готово. Я ем чисто рыбу, а бульон с остатками щуки оставляю на завтра. Затем делаю мелкие дела по лагерю и отправляюсь спать.